пока ивент запускайся. Все в центр выбежали. Там Побежали, один побежали. Человек, там ничего не случится. Ты знаешь, ничего. Мистер Бонд, беги. Так, смотри, а пока уже ты не мобовый. Смотрите, или надо что-то с боссом. Если надо, то скажите. Так, я пока зашел на минуту, буквально. Скажу сейчас. Все, у меня что-то вообще жестко лагает, блин. Слышишь, да, Жень? Окей, слышишь? Да, у меня что-то лаги сильно идут. Смотри, у меня 2 алицита и 3 ювелирных сокета на рейтинг блока. А это примерно, ну, процентов 10. Ну, сколько у тебя сейчас рейтинг блока был? У меня почему-то 64 показывает, у меня до этого было 80, что-то показывало. У тебя спектр... Бля... Надо спек поменять, нет, и в рейде смотреть. Слышишь? Сейчас я скажу, сколько у меня в ДД спеке. Не, у меня прото спек сейчас. Не, в ДД спеке конкретно, да? 91 в ДД спеке. Ну, я говорю, у меня там 2 алицита и 3 ювелирных камня на, показ... на рейтинг блока. И, шар... и 16 сердолей на показатель блока. Руди же дальнего боя нашел с блоком. Нет, у меня 260. Ну, я взял винтовку 200 и туда камень воткнул на показатель блокирования. Ну, у меня метательная стрелка. Кстати, я тоже без блока бегал с винтовкой. Ну, ты орк. Сравнил жопу с пальцем. А у него? Он гоблин. О, все забыл. А еще у гоблина нет 3% уклона, который есть у эльфа. Не, у него там что-то есть. Ну, фики же тоже 3% уклона. Ой, а вы начинаете. Ну, я тебе говорил, у меня 3%, а у тебя есть уклон? Да, 3. А, ну все, ты дальше. 3 разве, а не 1%? Ну, грубо это говоря, процент. Грубо говоря, у тебя там нормально, тебе осталось показать неплохо набрать. И счет у тебя какой? Саня, 25. Санечка Сацуна, прыгай в этого, в хапала после трэша, а Полинор в Элема, у нас не совы, не Элемань. Ну, у тебя тринкет сювелир, сювелирки тоже на меткость, да? У меня нет. Блядь, тебе не нужна меткость, абсолютно. Я могу в Элема прыгнуть, Саня. Типа, что мне там? Он у тебя нормальный? Ну, для бога. А, ну да, в принципе, давай. Давай. Ну, как перестали дамажить совы и закончились. Ну все, кто тебе сказал, что совы не дамажат? Да я хотел. Я ж не сказал, все классы дамажат, чтобы мне кто не говорил, сейчас все классы дамажат. А что с Элемами? Элемы не дамажат, кстати. Понимаешь? Просто когда дамажит класс, где надо думать, нажимать кнопки, блядь, мало кто играет. А когда он апается просто из-за шмота, там все начинают играть. Ну давай, этот Коля, как всегда, собираешь на полу в уфолога. И трапы поставите. Огненные. И Войд закинет ему зубы сразу, как он.
всех соберет, поднесет. Андрюха, готовься ловить. Я в хиле или не в хиле, я не понял. Все-таки давай в хиле, бетик, оставайся в этом, наверное, лучше. А тут ты в леме, наверное, мало дашь. Ну, а Полинор прыгнет в лема. Ну, лучше пусть Полинор прыгает. Ну, дополнительный таргет ловить, освобожденку нормально. У нас сова есть, нет? На Маше. Да не, Маша хилит хорошо, и РГРУ хороший, так что пусть стоит. На пулы там... Ой. Блядь, как лагает. Лагает. Я еще пока не научился сам в Леме. Ну, короче, как это тоже фигня все равно с этим-то 4 там. Ну, там играть уже надо уметь. Научиться. Я же тебе говорю, было два вида элемов. Через одну кнопку и второй вид через... Ну, я уже когда 2-4, 2-10, я нормально уже потом научился. Там, в принципе, правильно прожиматься только. Талон православный. А пока надо что-то с босса, смотри. Помнишь, тебе нужно будет набить дух до следующего КД. Я уже почти набил. Вы сейчас на синдре пока, да? Да. Ладно, я мне на синдре ничего. Я же не нужен на синдре. Не, Джей, не нужен будет. Ну, мне на без разницы, типа. Тут мне все одеты. Мне на лича тут. Ладно, я пока от этой жизни. Нормально. А этого Ануба не били, да? Я просто. Нуба не били. Ну, пока отойдет. Ну, оно будет после, если закроем. Так подскажите, Женя, у него хватит или не хватит? Мы можем сегодня это сделать или на завтра сразу сказать? Не хватит. С кольцом даже, да? Дай Геру кто-нибудь. Ну, у него боты кольцо есть. Ой. Боты вот после РТ сходим. Ну, если нормально закроем, пойдем в НАКС за ИП тоже, за ботами. Чисто боты выдвинем. Ну 20 токетов надо ставить, чтобы добить кап. Ну я дам денег, если что. Не, это не в деньгах дело. У него дырок столько нет, просто скорее всего. А, ну вы просто харите, поэтому я у вас спрашиваю ваше мнение. Я вообще не харю, поэтому даже ничего не говорю, не лезу в это. Короче, сами. Даже я со скрипом собрал своего блокера. Там прям в притирочку. Это я за притирочку. У меня капа авойда до сих пор нету. Типа, если горна нет в рейде, не дают горным и нет капа. Вань, это я в притирочку. Если я деморализующим не кричу, то по мне жуки пинали по 400 с копеечкой. За полсекунды улетаешь. Вот именно. Если я прослакал один деморализующий. Вот я в притирочку собрал. Ну, как видишь, справились. Сейчас после них. Стало намного проще. А тем более меткости не нужно. Ну, у меня было, что 3% мне не хватало. За одну пропрыжку 2-3 человека отлетали. И чаще всего это были хилы. У меня больше одного никогда не миссовал. Ну, что, да, меткость. У нас был момент, когда у Пети миссануло, и там минус 3 человека было, бля. Как-то один разок я помню этот момент. Тоже эпичный уровень неудачника. Да, ну, да, там оно как повезет. Бывало, что первая фаза, ну, первый этап, хоп-хоп-хоп, все застанет, но все нормально. Второй этап, один моб застанет, 4 прыгнуло, пиздец. Мобой, тебе шмотки нужны с хендрой? А еще было такое, что один моб миссанул, и он прыгнул мне за спину, и меня шокнул. Тут тоже шанс 4%, что он в тебя прыгнет. А, я тебе говорю, что вот он этот вот мисс, не докап мисс, а вот он можно вот так вот выйти. Поэтому я остался 8%, ну нахер, вот и все. Так, хорошо, человек, которому не нужна синдра, М-бой вместо него пойдет, один. Враска, пойдешь на замену. Человек чарки покидал. Портал.
будет. Подожди, вначале добьем хребтокруса и подбегите потом сразу все в центр. Массы ИВ отдадите. Санечка, да, в хила будешь прыгать. Кто там блоки расставил? Рыбсе не надо. Побежали, шнурки офлай. Да, вы стойте, хильтесь. Хильте, хильте. Сейвы отдайте. Темнеющий, хорошо. Отлично. Да кто там? Кто-то тотемчики не убрал, наверное. Тотемчики уберите тогда. Ваня, Андрюха, возьмите фласки на этот, на... Ну, поняли, саппорт. Сацуна тоже возьми саппорты. Усмуньте им обои. Расставьте этот, раздавайте саппорты всем. Да, сист. Все ДДш не пьют? РДД. Саппорты пьют. Саппорты. Все? Да. У меня саппортов тогда нет. Профили. Так возьми их ГБ сейчас поставим, сейчас Вань дам, поможет 5 секунд. Просто ревод писал. На, поможет. На, еще поможет. Какой обмен с сопротом? Ну, с отцу на 15 штук. Кто там фонит его? Я еще не кинул, сейчас подкину. Мне человек 5 только кинул. 6. Ну, по одному, кто-то одному кинул. У меня нет саппортов. Либо 4 кнопки, либо Сацуна, либо уфологу. Кидай обмен. Блять, у меня саппорт не прогрузился. Сейчас ревод. Надо перезайти. Короче, по тактике, вкратце. Вначале все становимся под левую ногу. На 85% притяжка. Ну, кто забыл. На притяжке нас притянет, вы все отбежали. Отбегаем на ступеньки. На ступеньки. На 85%, 5% первая взлетка. Она взлетает. Первую массакру отдаст у нас Саня Сатуна. Вместе с мастером налет. Нужно будет по два человека в любые метки. Может, два человека в крест, два в квадрат, один в луну. Два в луну, два в квадрат, один в крест. То есть очередность не важна. Главное, когда вы выбегаете наверх, не забегайте высоко. На первую ступеньку это максимум, чтобы вы не дезориентировали людей. Потому что человек, на которого забегает высоко, на него кидается метка, он потом бежит непонятно куда, и люди путаются из-за вас. Поэтому далеко не забегайте вверх. Так вот, по два человека в метку, человек в человека прям становится. Самое главное, чтобы вы не стали посреди меток. Посреди меток, если видите момент, что бежит три человека, там, допустим, в крест, один человек, просто выбегите левее. Лучше так сделайте, чем втроем встаньте. И посреди меток тоже никого не должно быть. Начинается вторая фаза, все РДшники становятся в квадрат. Все РДшники становятся в квадрат, милики бьют в трусах. Будет вешаться на кого-то одна метка. Будем говорить, куда выносить, трусы или ромб. Каждый раз, когда выносим в трусы, нужно будет человеку этому прожиматься. И будет отдаваться сейф. На первый сейф, когда выносим в трусы, отдается Суна. Массейф, на второй я темнеющий. Я зачитаю его, просто скажи и все. Иногда не хватает, Саня, счета твоего. Вот тебя тогда чуть-чуть исходило. Иногда я не вешу его, потому что я не знаю тайминга. Ну, лучше этот перестраховаться. Первый будет Сосуна, двое, второй темнеющий. Также темнеющий, смотри, после притяжки, когда будут глыбы вешаться, то же самое, Сосуна вешает первый раз, дает массакру, на вторую притяжку, вот когда глыбы уже на людей вешаются, перед глыбами ты должен будешь нажать вторую массакру. Так. У меня вопрос, так. Сколько меток, которые с глыбами? 5 всего? Да, 5. Кусяо, да. Надо что-то с босса? С босса. По-моему, тебе тут что-то надо было. Юра. А как этот дебаф называется с меткой? Кто помнит? Так, Будревен, закастуй СС на уфолога давай. Женя, скибиди, зайдешь, кушайте рыбу. Дебаф с меткой. Сейчас посмотрим. Как-то там глыба называется. Тюрьма.
Ледяная гробница называется. Вот. Женя, скибиди. Что у меня там? А, Мобой, да, извиняюсь. Мобой, ты по уфологу, да? Я что-то Будрейван видел. А, вылетел, заходит, окей. Также смотрите, не набирайте много стаков. Тоже важный момент. Так и вроде тут РДДшники, да, набирают, милики не набирают. Все набирают и милики, и РДДшники. Милики набирают одни стаки, РДДшники и другие. А, следим за стаками, больше 5 стаков не набираем. Стоим под левой лапой, во фрейм босса не заходим. Также метку, когда выносим в трусы, во фрейм босса не заходим. И ставим ее ровно в трусы. Что? Женька, что там у тебя? Кусяо, если тут, надо тебе с босса что-то? Загружается. Вот, все, вхожу в игру. Рабочий стол. Загрузка персонажа. Давай. Сегодня полностью компьютер выключился. Перегрел что-то. Сейчас я одну рыбу поставлю тогда. А, у меня нет рыбы, кто-то другой здесь украл рыбу. Рыба 13 штук. Там где? Другого. Сейчас Женя зайдет, поставить себе для него рыбу еще. Не знаю, мы что, в 5 силов пойдем? О, мне написало... Да, в 5, с этого. Понятно. Блядь. С этого. Но Ригорна написала сама. Кто ничего не понимает? Я Андрюха понимает, и Петя. Я у них кое-что просил. Поставьте рыбу. Не надо, все, погнали. Все равно сейчас упадем. Ну, курс не упадем. Сапрот у четыре кнопки Сацуны. Готовность на пол. Нет еды, поставьте рыбу, там нет еды не только стоит у него. Сзади. Поешьте рыбу, у кого нет. Лучше убьем. Сапрот, выпейте все! Почему у половины рейда нет сапрота? Не лежь вон у темнеющая. Чё, у него будет сапрота после качания пула, да, минус епа? Ну, Войт единственный пусть будет без сапрота, ладно. Ну, нормально. Все, погнали. Побежали. Женя, припоты скажу, когда нажать. По идее, сейчас дамажить не будет. Блять, забыл сказать, чтобы выпить припоты. Ну, надеюсь, грамотные люди выпили. Под левую лапу, не заходите во фрейм босса, а то будете отлетать. Назад. Три кила этот, освобожденка, смотрите, много стаков не набирайте. Следите за стаками. Притяжка скоро будет, через 2 секунды. Убежали все. На первые глыбы Сасуны отдает. Войд, блядь. Сосуны? Дайте БР. Уфолог, дай БР по войду. Или бафу. По 2 метки, остальные разбежали все вверх. Засчитывал нормально. Прячьтесь за глыбы. До 20% доты на глыбы не вешаем. Джанг. Аккуратно. Возле центральной, слева чуть-чуть от центральной. До 20%. Правые подбейте, там 60%. Только не аккуратно. Все, разбивайте. Снова под левую лапу. Ну, больше урона. Добили, добили. Никто идет, не бьет пока. Правые добили. Что так долго?
Маша, залей Инер по Войду. Андрей, если тоже можешь, залей. Войд, если есть ПС-ка, закинь мне. Темнейша, ты на следующее именно глыбы нажимаешь сейф. Давай, блядь. Ты что-то лагает, пиздец. Ну давай тогда БР не будем тебе давать. До этого, до второй фазы не будем. Хотя... Маша, давай ему БР. Давай, Войд. Сразу. Войд, на себя просто зубы закидывай на притяжку и все, и не будешь дыхать. И Инер ему сразу залейте все свободные друиды. По две метки, остальные все наверх. Темнее еще не забудь массакру с мастером нажать. Молодец. Так, где глыба? Угу. Бегайте за всеми, если не видите, если вероятно, что кто-то видит вместо вас. Не лезь, дай БР потемнее еще, темнее еще встанешь после того, как приземлиться. На Йоми закастуешь гимноману. Разбивай все метки. Все. Давай, темнее еще. Следующий Сацуна отдает нас сейф. Да. Метки будут. Пури баф потемнее еще, чтобы был, смотрите, обязательно каска, все на хп, что поддали. По Войду. Следите за стаками Полинор, ой, Скубиди и Сафон. И Полинор тоже. Бежали. Войд, нажми на себя. И Коля, нажми айсбаун. Нормально, все выжили. После того, как она приземлится, РТДшники, не подбегайте под левый лапу. Оставайтесь в квадрате. Переведем. По два человека. В любой метке Сацуна сейф подбьешь. Смотрите, бегайте за всеми, не сдохните. Между правой и центральной спрятались. Чмыга. Перебежали между центральной. 90% у правой метки, там есть подбейте ее РДДшники. Аккуратно, кто шарит как. Разбивайте метки. РДшники в квадрате остаются. Левую помогите разбить. Да, чё так долго? Войд, если есть ПС-ка, закинь. Пять процентов фаза. Следующая первая метка будет в трусы выноситься. 2% фаза. Фаза началась. Первая метка в трусы, все милики в РТД убегают, остальные. Топ-хай побежал в трусы, все остальные в РТД зон. Блять, ну алло. Разбивайте сразу. Следующую тоже в трусы, следующую до 20% не разбиваем. Чмыга побежал в трусы. Отбежали все от трусов. До 20%. Да алло, блядь, вы чё? Отбегите, милики, от гробницы. Изморски дай БР по 4 кнопки. Темнее еще в ром беги. И сейф нажмёшь. Геру дали?
темнеющие милики пошли сразу разбили. Следующая метка в трусы, нужен будет сейф от Сацуны. Что, не разбивать? Не разбивать, не разбивать. Определенно. Давай. Разбей. Отбежали от трусов, блядь, чё вы бежите? Иннер по скибиди, свободный. Трусы разбили сразу. Следующая метка в ромб. Маша, в ромб прожмёшься, в мишку прыгнешь. Милики сразу идете разбиваете. РДшники по синдре играете. Следующая метка в трусы. И она не разбивается, она до 20%. Изморский побежал, в мишку прыгнешь, в трусы. Сейф ему, если есть зубы, закиньте. До 20%. Ты во фрейме вставай. Нормально. Отбежали милики. Так, нету БР. Разбили. Следующая метка тоже будет в трусы. Стаки не снимаются. Блять, Изморский, ну зачем ты, блять, так далеко побежал? Пойдите. Давай минус от тем, кто сдох. Ваня себе давай минус, Женя минус. Да, всем по минус. Ой. Изморскому тоже дай. Ну что он занес неправильно. Чего вы бежите, блять, в этот фрейм? Стоит же метка. Сейчас, кто будет лишний, вы бы латать, тоже минуса будет получать. Эмобой утонул один раз лишнюю глыбу, еще там кто-то, заебали просто. Видите? Бета-тестер лутал, темнеющий лишний полутал. Да там, блядь, начали что-то пиздеть, я вообще не услышал, что там Саня сказал, что там уже... Так, блядь, своей головой думайте тогда. Не надо подходить к чужим глыбам, и все. Типа, ну камон. Видите же, что люди выбегают метки. Тем более на РДД. И заносите метку в трусах, которая во фрейм босса. Если босс стоит в трусах, включите голову, встаньте от трусов, от фрейма. Сейчас мы стаки не могли снять из-за того, что вы во фрейм занесли. Коля, вставай. Или лестница, Коля. У кого там рыба темнеющая? Что-то я понять не могу, как этот дебаф работает от авто... От автоатак тоже, или только от... Да, спелла? Это автоатак. Автоатаки и спеллы. Там шансы есть срабатывание. А, окей, окей. Ну, темнее еще, что там у тебя? Можно и тупо все в центр, потом так. Ну, так урона просто, Андрюк, чуть меньше, когда тупо все в центр. Логнусь. Темнеющий, если ты завис, просто Alt F4 заново заходи. Давай только быстрее. Если ты за... Ты просто, может, рано встал. Ну... Ой, блядь, ну что вы такие, сука, долгие, это просто жесть. Темнеющая, если, говорю, ты завис, нажми Alt F4, ну, заново заходи. То что-то идти надо. Блядь, ну пиздец, один трай отойти. Так зайди хотя бы, выйди с инста, блин. Полинор, прыгай в рейд, кусяло, блин, в лема, не в лема, а в кила, кусяло в рейд. Сумыните кусяло. Ты его кикни, чтобы его тело выкинуло, а то вред не пустит человек. Так, сейчас, Коля, будешь ты вторым сейф отдавать. Запомни, ты отдаешь второй сейф на глыбы. Ваня тоже мастер налет отдашь в этот момент. Кусяло обмен с Ацуны у фолловы, либо 4 кнопки за саппортом. Войц, видишь, кто вздыхаешь, отдавай себе зубы там, проси какой-нибудь сейф от Сосуны. Сосуны, ты тоже на всякий случай не прикидай под притяжку на Войда, что у него лагает. Ну, после притяжки глыбы я на глыбы хочу оставлять. На глыбах сейванет эта хуйня. То есть, если мы теряем ДЦ, то это
тоже херово. Там ДЦ хватает, читай. Ну, это проблема, но если лагает у человека, хоть как-то засвеешь. Попробуем. Давайте, ребаф, рыбу, рыбу стоит, все, включаем. Не утайте лишний урон. Давайте крестобаф. Чего не хватает, там обои боты тестят. Ну сейчас у тебя ДКшники отойду, чтобы рыбу проюзать можно было. Спасибо. Пойдите, ДКшник. Все, иди, Коля, пуляй. Побежали, побежали, она не дамажит сейчас. Ваня, припод, ты сейчас скажу, куда нажать. Что? Ты желтый джек бьешь. Я знаю. Нажали припоты. Под левую лапу во фрейм босса никогда не заходите бить. Поиску нам? Подожди пока. Своя еще работает. Давай. Восемьдесят пять процентов притяжка, приготовьте, через 3% будет, через 2. Стаков много не набирайте. Отбежали, отбежали. Вы далеко вверх не забегайте. По 2 человека в метку. Прям заходи в эту же метку. И метки больше подбивайте, до 20%, ребят. Между центральной, за центральной почти, чуть правее центра. Где там сейчас падает? Слева. Слева. Возле левой края я один получил. Справа. Справа. По центральной стоп урон, подбивайте правые метки. Левые смотрите аккуратно, не разбейте. Сейчас упадет и разбивайте. Разбивайте. Молодцы, сейчас хорошо разбили. Под левую лапу. За стаками следите, 3 хила освобожденка. Влево, под левой лапой во фрейм не заходите, чтобы не отлетали мили. 4 хила освобожденка, следите аккуратно с уроном. Высоко не забегаем. Первая ступенька. Все остальные поднялись, кто без меток. Наверх. Сейф, Коля. Надо что. На ступеньках перебежали за глыбу. В другую сторону, там где синдра. Слева далеко. До 20% без дот метки. В прошлый раз хорошо сделали. Слева спрятались все справа за глыбу. Далеко слева спрячьтесь по центру почти за глыбу. Разбили глыбы. Ну чё вы побежали? Глыбы подбивайте, помогайте, алё. Раньше времени не убегайте. Через 20 секунд притяжка. Не лезь, там непонятно, под левую лапу бей. Чтобы не отлетал. Либо вон там где кот. Во фрейм не заходит. Отлетать не будет. Через 5 секунд притяжка.
РДДшники после того, как она сядет, не забегаете. Остаетесь в квадратике. Следите за стаками, если его на хилах освобожденка будет. Саня, ты сейчас отдаешь сейф. Если откатились эсэсы, также закастуйте. По меткам разбежались. Все остальные наверх поднялись. Молодцы. По центру падает почти. Подбивайте глыбы. До 20%. Где там? То же самое почти падает. Перебежали, кто слева стоит, вправо. Не разбейте центральную глыбу. Там обои аккуратно. Справа теперь в левую сторону перебегите. Полинор, блядь. Есть встать, только не вставай после этого. Да, встань. Да, да. И Инор зальешь ему Андрей сразу. И Изморский. Вставай. РДшники в квадрате оставайте. 5% фазы. Встал, вдох, что-то сразу. Маш, Андрей, все, поднялись. Давай, вставай. Залейте ему Инор и все. 2% фаза. И дайте ребаф на ХП особенно. Первая метка в трусы. Милики убегают все в РДД зону. Не лезь. Трусы. Все отбежали. Прожми в миску прыгни. И дубовку. За стаками следите. Метку разбили. Спрятались. Разбили. Следующая метка в трусы отдаст Сатуна сейф. Шнурки. В трусы все остальные убежали. Метку до 20%. Жень, отойди назад чуть. Чуть перебегите, а то видите, метка неровно по центру стоит. Немного левее. Камилики обязали. Следующая метка в ромб. Разбили метку. Изморский в ромб. Гьеру дали. Милики пошли разбивать ромб все. Смотрите, там потом в трусы метку будут выносить. Не спешите синдруби. Будрэвен побежал в трусы, давайте ему сейф. Отбежали все от мили-зоны. Будрэвена можно сразу разбивать. Разбиваем сразу. Следующая в ромб. В дикей в ромб побежал, милики сразу пойдете разбивать. Так, следующая метка в трусы, мы ее не разбиваем. Юя отдашь сейф. Если какой-нибудь ватный, войд, ему зубы закинешь еще. Чмыга побежал, закидывай зубы. Чмыга в трусы, зубы по чмыге. До 20% не разбиваем метку, спрятались за метку. Милики отбежали. Следующая метка ромб, и добиваем синдру. Разбили, на яме ромб побежала. Милики сразу пойдем разбить. Следующая метка трусы, это последняя трусы будет. Скиньте в трусы, сейф ему какой-нибудь. Отбежали милики. Разбили скибиди, добиваем синдру. Все остальные метки куда-нибудь вносите просто. В любое место спрячьте, только скинуть стаки по центру. Все, выносим. Куда угодно метки. Добили. Не трогайте метки, просто добивайте синдру. Все, молодцы. О, клык. Бля, я искренне не понимаю, как бить ее в спину, чтобы она не кидала. Я и там как стоял, и тут. Ее не бить в спину. Ее нельзя бить в спину. Не, в смысле. Ее нельзя бить в спину. Нет, потому что она будет откидывать. Ее нельзя бить в спину. Я стоял вместе с воином, который гоблин. Типа, мы вместе в одном фрейме стоим, меня кидает, его нет. Я не понимаю, как это. Я отхожу, потому что. А, ты отходишь. Обычно дыхание идет, и после дыхания он хвостом бьет. Я понял.
То есть, как там Саша говорит, под лапу подходишь и все. Саня, возьми на лича. С соберем. Так, мотки не пофиг. Ну давайте 10 ИП, Квик, Андрюха и Коля. Коля 10, раз. 3К. 3,5, Коля, раз. 2, кинешь обмен. Ваня, отнимешь? Андрюха, ты отними. Кому там минусовать за прошлый трай? Что я не видел ничего. Так никто... Мы, кстати, 20 трай сделали в этом трае, в принципе. Правильно, Полинор отнимет столько. Он умер. Единственный. Все остальные все правильно сделали. Кинет Коля обмен. Снял кто-нибудь из вас, Андрюха? Отлично. Так, теперь напишите, кому лич нужен. Кидай обмен, Коля. Я зайду. Не нужен. Джипси. Подождите пока. Так, Джипси и Враска, что тебе надо? Ну, лук вот. Надо. Давайте печеньку и пашем. 10 мобой тебе, ох или мэй? Ты говорил, у тебя один токен. Ну все, тогда 10 враска, раз. Ставишь больше? Я вообще не знаю. Саш, я могу уступить, Сасону похили, там хилов хватает, ты говоришь, ДДшники нормально. Подожди 5 секундочек, Женька, да, хорошо, тут. Этот. Ну ладно, давай, пока вместо враска, тогда ты. Вместо тебя и. Эмобой 100 раз, 102, 103. Хорошо. Кидай мне. Полинор, прыгай обратно в хила. Я сейчас здесь просто офнусь. А, Полинор и так впили. Давай изморский на замену. Темнее еще тогда заходи в рейд. Вместо изморского. Так, еще один токен. Такой же. Ну давай, я мобой первый написал. 10 и 5. Женя, ставишь боль? Сервак упал или я упал на? Ты упал. На Йоми 100. Это тебе на мейн на Йоми или нов? Тогда на Йоми 100. Раз. 102. 103. Кидай обмен. Алина. Кстати, вот паладин правильно делает. Он сразу пишет 10 оф. Это надо, наверное, это ввести в правило. Такое удобнее будет. Я там с Андрюхой поговорил. Что много правил. Мне кучу вопросов не задавать. Так, еще один человек на замену Джипси надо в рейд. А, Женек, если тоже надо было. Давай. Женек тут? Бля. Ну, тут что? Да, я тут. Он. Тебе как, надо просто... Пускай он идет. А пока... пока у Дексиона надо с босса что-то? Сейчас я его напишу. Женька. Кинжал по ИПшен, когда выпадет. Дексиона только единственный, у него, наверное, ИП мол. На замене, кому кинжал нужен. Ладно. Все, тогда ставим рыбу, пойдем под сопротами, нормально будет тоже. Не перебивать класки. Засмотрите джипси. Так, не лев был здесь хоть раз? Да, что тут, чему выносить, диспелить ее? Ну, чему задиспелят, выносить кофтанку, да. И на второй фазе, касается второй фазы, когда я сказал выбежали, ты выбегаешь на эту каемку. Вот. Вместе там с людьми не стоишь. Когда на кого-то человека вешается череп. На тебя или так далее. Вот, Сатуна, встань сюда. Иди сюда. Можешь метку? Вот, допустим, повесилась. Вот, на меня повесилась метка. Я убегаю в сторону обрыва. Но, допустим, если сюда летят валики, вот в эту сторону, то я уже убегаю, допустим, сюда. Ну, то есть не под валик бегу. Лужи, я разливаю. Да, с лужей, и ты бежишь, ускорение нажимаешь и выносишь. То же самое ситуация, повесилась на Сацунная метка. Давай, Саня, выбегай, а ты забегаешь в центр.
Только ты не забегаешь в центр в том случае, если на танка повесится, он... Смотришь, короче. Все. И касается третьей фазы. На третьей фазе там может тебя в комнату забрать. В комнате нужно будет убить духа, сбить ему стан. Сбить ему каст. Каст забьешь, мишку прыгнешь, стан даже. И запомни, что лича бьешь всегда за спиной. Также там тоже будет кидаться лужа. Там на луже просто часть людей вправо, часть влево убежит. И тоже уносишь подальше от людей. И с плеча всегда бьешь спину. Все. Понятно. А поставьте... на первой фазе где стоит? Слева? Да, он будет вот где-то здесь стоять. Андрей будет офтанком, фолок, Юи танчит. Ставьте рыбу и погнали. Ой, Коля, град, что клык выпал. Почти бисовый. Да, мне две шмотки осталось. Я фул бис. А фласку дадут какую-нибудь? Да, с опротами побьем. Выпей любую ДДшню. Этот, у кого там рыба была? Поставьте рыбу. У меня рыбы нет. Не буду запускать. Все, ешьте рыбу, я запускаю босса. На пулы, если что, в Юи. Андрей, чего не хватает? Я босса запустил. Ты, если что, на мобах. Я диспелю. Да, давай ты. Давай ты. Давай ты. Так все диспельте, хули. Ну, чтобы просто раньше не задиспелить. Да, можете все диспелить, это не столь важно. Главное, чтобы не задиспелили раньше, чем нужно. Чё, задиспелят хуёво, получат минус, ничего. Ну, бля, убить быстрее, да. Идти. Дальше не расходимся, пойдем в этот... в Наксрамаз. Пойдем за ботинками. А? На одного босса за ботинками. Чё, его не босс? Нет. Не хватает блокера. Завтра ИВК пойдем. Сами на двух боссов. Ну, на двух, да. Чума через 20 секунд. Ой, давай ПС-ку. Женя. Угу, диспелю. Если что, два ханта играют по сферам на перепаде. Лодрейва. Лодрейва. Андрей, помните. Десять% фазы. Когда он убегает в центр, все сразу на край бегут. Большие не подходят, духа в лицо никогда не бьет. Два процента фаза, перефаз. 1%. Все, перебежали все, уже убежали. На край. Ханты по сферкам играете. Эмобой. В лицо никто не бьет. Случайно вы видите. Да, в идеале еще человек, которого идет луч, выбегаете из рейда. Вон, Марсес или кто там. Залейте ману. Не лезь, залей по Ленору. Кусяло по Войду. Да, и нормально. Дальше. Вначале добиваем, если что, духа.
Андрюха, следующего духа ты забирай, Коля на лича беги. Сферу добейте, еще одна сфера будет лететь. На сферы не бегите только. Приготовьтесь перебегать внутрь. Забежали, но только на сферу не бегите. Добейте. Дух, под лицо духу не идите. Добили духа. И сразу же под спину ключу, под спину. Забежали все под спину. Дайте Геру. РДДшники уже на крае разбежались. Милики тоже разбежались на крае этой каемки. Приготовьтесь, после заражения будет осквернение. Снурки. Отбежали от снурковки. А, модик. Лича подвальку уведи. Потом обратно в центр вернешь. Все, возвращай. Вот за спину. Все. Коля, разверни. Ладно, перебегите за спину. Ну, лицом к лужу, правильно же? Да, все правильно, мы-то я забыл. Разбежали от сверни, не разбежались. Разбежались. Войд. От него отбежали. По печеньке сыграйте, кто в печеньке сидит, готовься сразу выбегать. А когда будем печеньку добивать, милики, от печеньки отойдите, чтобы уже не распространялось. За спину. Осквернение через 8 секунд, РДДшники уже на край. Милики тоже выбежали. После заражения будет сразу осквернение. Топ хайп. За спину сразу же. Вальки там замедляйте. По валькам все играем. РДшники разбежались уже по краю. Милики тоже разбежались. Темнеющая вынес. Хорошо. Последнюю вальку добейте. И за спину. Сацуны отдашь массейв на 40%. Еще одно осквернение вынесем. И будем к краю вести. РДшники разбежались. Сейчас после вальки выйдут. Разбежались РДшники. Милики тоже. Полинор побежал. Так, печенька идет в лужу. Прям добейте печеньку. Кто в печеньке, сразу выбегай. От По краешке надо. Сыграйте по печеньке. Залети сначала. Нормально, нормально. Просто сразу выбегай. Выбегай, выбегай, выбегай. Хорошо. Так, все, стоим здесь сейчас. Приготовьтесь, скоро свернение. Наберите раньше немножко. Право-лево разбегите. Джипчи понес в лужу. Все остальные под лича. Переводим его. Ближе к краю подошли все. Все уже подбежали. Все, забежали все к самому краю. Сейф отдали, Коля тоже может нажать. Сейчас на ледяную эту хуйню зайдите. По сферам играют ханты, я, если что, тоже помогу. На кого идет сферка, выбегайте из рейда, больно бьет, особенно в хейн. Хант какой-то, или там другой. Просто чуть выбегайте из рейда, на кого сферка идет, учитесь. Дальше все всегда за спиной под боссом. Войд на первого человека, которого будет женец души затягивать, наждашь ему зубы. Есть тиннеры какие-то? Господи. Андрей, дашь тиннер по Ленору, Кусяло по Войду, Маша по себе. Пока не надо. Скоро будем переходить, разбейте сферки, на сферки не бегите. Забежали все. И под лицо к духу не идите. Духов добили?
Духа добили, да, обязательно. И за спину кричу. Жатва душа, дай буду Рэйвену зубы. Духа, духа. Вначале. За спину кричу, стали. Скоро будет осквернение. Перебежали. Смотрите, человек, у кого на кого осквернение, назад просто беги. Все остальные вперед. Четыре кнопки. Отбежали от него. Хорошо. За спину кричу. Андрюха, лови этих. Да, Андрей, вы. Стоите его. На следующую осквернение скоро приготовьтесь. Часть людей влево, часть вправо. Отбежали. И на кого осквернение в центр туда бегите, там где мы были. Ну, Браска. От него отбежали. Все, хорошо. На следующую жатву, Саня, ты сейф отдашь. Okay. Через 10 секунд. Приготовься, можешь уже отдать мне сейф. Топ-хайп за спину. Скоро жатва, приготовьтесь прохиливать человека. 4 кнопки. Осквернение 9 секунд, часть людей влево, часть вправо. Темнеющая, отбежали от него все. Ну беги, 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 темнеющая, хорошо. Так, не лезь, злей Инар по полону. Осквернение через 9 секунд. Право-лево разбежались. 9% вы убили босса. Осквернение, отбежали все. От Юи. Смотрите, вы через лужу не бегите. Перебежали на другую сторону. 7%. Жатва 15 секунд. Жатва, это уж через 13 секунд, Коля, ты отдашь сейф. Можешь уже отдать. Топ-хайп. Влад, там нужно будет сбить антимагией кас. 3%. Разбежались вправо-лево. Вынести главное осквернение и добейте лича. БТ-тестер. Отбежали, отбежали, быстрее! Хорошо. Добивайте 1%. Никуда не убегайте. Да. Все. Саша, а за что 4 кнопки 3, минус 300 сейчас дал? Тебе за прошлый трай. Что ты... Или... Вынес в подвале к осквернению. Ну так, а лужа не расширилась, и никто не ждет. Какая разница? Ну, так как бы тогда и себе давай то, что ты в середине лужу сейчас разлил. Ты я вынес ее в подвале или под кого-то? Ну, под людей. Вокруг тебя куча была. Ага. В Гримаре тоже куча людей. Будем считать, что я под них тоже вынес. Какой-то бред вообще. Кто-то согласен. В комнате взор, да, походу? Подожди, за какую ты ему вальку дал? Он там было плюс-минус 4, сейчас все нормально. А ну, вот там вынесли ближе к вам. Под меня кто-то лужу разлил, когда я вальки был. А вот там прямо летит валька, и прямо у Вальки наебали, вот лужа, вот прямо к нее официально. Нет, просто в смысле, если я считаю, что если кому-то дают минус, то надо всем минус давать. Тогда это несправедливо получается. Еще раз, кому минус по отношению давать? К другим людям, которые получили. Никто больше не получил. Это за лорой? Вот. Верни ему 300, он никого не вайпнул, плюс он нормально, более-менее вынес. Этому 300 верни. Если бы он прям под вальку вынес, то да. Блять, он по пути вынес. Он вынес прямо под вальку еще раз. Лужа не расширилась, потому что там был редар на вальке. Я вынес в сторону и убежал оттуда, лужа вообще не увеличилась даже. Еще раз объясняю, лужа не увеличилась, потому что там был редар на вальке. Блин, ну ты разбил лужу тупо посреди сейчас на... И что? На... А, ничего. Там был хоть один человек? Все, тихо. Короче, выпал прилив, блядь. Заебись. Азов упал? Нет, это Орлук упал. Да, блядь. Ни Толкина. Нихуя. Зебаная ачивка тогда, блядь. Ту, сука. Звание. Да?
Сань, я нужен на Наксрамас или я сейчас лучше пойду?